Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Дэвитаж. Нашел супер-пупер бюджетную еду на первом береговодике, скажем. Расстояние от моего места Дубил 350-400 метров максимум. Здесь подземный проход, бассейн, который я сейчас вам покажу. Здесь участок пляжа большой. И за это расстояние от воды до этой виллы 350-400 метров. Тут у нас крепость Алани. Вот. Расстояние отсюда до крепости где-то 17 километров. А до Каркаджака и Махмутлара 5 километров, 5-6 километров. Песчаный пляж, кое-где вот гравий, булыжники. Вот. Сегодня у нас пляж такой, так как волны. Посейдон разозлился, узнал, что я прихожу в Дэвитаж продавать виллу. Так. Видите, отсюда до той части у нас где-то 150 метров только. Вот эти виллы. Я иду туда. Подошел я к комплексу вилл, и есть вход прямо с дороги в этот комплекс вилл. Тут открыта парковка. Так, айда тут 150 лир. Есть фруктовые деревья. Открытый бассейн. Озелененный проект. Очень красиво. Я сам влюблен сюда. Вот такой просторный бассейн. Видно море отсюда. Есть беседки. Зона барбекю. Вот такие виллы. Вот эта дорога, которую я вам говорил, которая поднимается вверх. Отсюда мы свернем налево. Так, идем мы к нашей вилле. Проекту где-то 20 лет. Вот эта вилла. Нужно подняться наверх. Входим в виллу. Тут очень хорошие соседи. Интернациональный комплекс вилл. Вот такой санузел. Требуется ремонт. В основном из дерева у нас. Такая кухня. Ну, там, видите, нужно ремонт полностью покрасить. Бытовая техника Altus. Тут у нас выход, как бы, свой огород. Это ваш сосед. Так. Отсюда есть вид на море. Этот вид никогда у вас не закроется. Здесь у нас шкаф под лестницей, кладовка. Поднимемся наверх. Здесь у нас как бы вытяжка сделана. Так. Начнем с этой стороны. Вот это одна комната.
окошко. Выйдем на балкон. Такой балкон с террасой. Что за это терраса? Так. Вот такой вид с террасы. Здесь у нас санузел, душевая часть, и вот спальня. 125 квадратных метров. Также у этой виллы есть участок. При продаже будет два тапу. Одна красная тапу по вилле и одна синяя тапу. Земельный участок где-то 115 квадратных метров. Где-то рядом тут. И вот здесь такой маленький балкон. Вот. Подведем итог. Дорогие зрители, район Демиртаж. Расстояние отсюда до моря 350-400 метров. Есть бассейн, ухоженный просторный сад, двухэтажная вилла. Цена 84 тысяч евро. Бюджетный вариант, так что подумайте, нужно сделать ремонтик, обойдется где-то 1000-2000 евро полностью все сделать, а обставить обойдется где-то минимум 3000 евро. Так что придется потратить сюда как минимум 4-7 тысяч евро, чтобы сделать конфет. Всем пока-пока.